Йоу, ребята, с нами Vibe Hunter. Ты точно из тех людей, кто знает, что такое дойти до финала. Да, да. У тебя уже непосредственный опыт в этом имеется. Конечно. Я уверен, что работа над ошибками проведена тоже колоссальная. Мы все рады твоему в целом возвращению. Пересмотрел ли ты от той точки, когда ты уже заходил в турнир, будучи, может, менее опытным в MC, да? Сделали ли ты какие-то выводы и насколько ты сильнее заряжен, может быть, в рамках этого турнира? Я заряжен абсолютно в этот раз, просто готов всех ебать, хуй всех, вот именно вот такой вот настрой. Я готов выдать сегодня свое абсолютно лучшее выступление, которое было когда-либо вообще от меня. Максимально заряжен сегодня. Это не может не радовать, во-первых, надеюсь, все так и будет. А допускаешь ли ты реванш шумом в финале? Прокручивал ли ты эту ситуацию в голове, вот так скажем? Ну, если это случится в финале, это будет эпично, я просто приду в пожарной форме, короче, туда и все. И это будет разъебно. Это будет, блядь, гораздо интереснее, чем эти все текстодрочеры ебучие, реально сделаем шоу. Ну, а сегодня я про текст тоже, кстати, не забыл, над текстом поработал. Нет, я. Все будет хорошо сегодня, реально, то есть максимально качественное выступление, я обещаю. Наверняка это где-то уже 68-й, 79-й, где-то батл Кирюхи. Мы... 51-й. Хорош. Хорош. Следующий будет, я так понял. Незаметно пролетели примерно 35 из них. Все остальные я помню. Невероятно. Нет ли в этой ситуации, вот в текущей, недооценки соперника? Да нету. Есть ли панч про минус вайп? Да. Шикарно. Все три раунда хотя бы на 65% выучены? Да выучены, да, нормально. Но я постарался, по крайней мере, сделать все, что могу. Сегодня всю ночь ярил, репетировал с 12 до... 6 утра, ходил, наматывал круги по комнате и бормотал эту парашу себе под нос. Просто невероятно. Лучшее ощущение, мне кажется, это подготовка к батлам. Но, тем не менее, я думаю, мне все равно, ну, для того, чтобы реализовать то, что написал, мне недостаточно все-таки времени было. Но это мои проблемы. Вот именно. Я думаю, ты их решишь без каких-либо очевидных доп. Дай бог. Пустяков. Пустяков, блядь. Ты человек, который славится своей, на мой взгляд, лично объективностью, и особо ты не врешь себе и не врешь остальным, стараешься быть честным со своим зрителем. Да. Среди всей турнирки самый лох? Vibe Hunter. С вами был я, с вами был Кирилл Паундропов, Кубок МЦ. Сегодня, возможно, я займу это место. Йоу, всем хал, друзья, это Кубок МЦ, я его ведущий МЦ, спасибо. Москва, как слышно? Перед началом батла хочу сказать большое спасибо нашим друзьям. Это джин Royal Raven. Если вы любите классные вкусы, смешайте свое настроение вместе с джином Royal Raven. Дайте шум нашим друзьям. Также спасибо нашим новым партнерам. Это компания One Win. Если вы любите спорт, переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Забирайте свои бонусы. А за пультом у меня сегодня диджей Головина. Поприветствуйте ее. Следующий турнирный батл, и я хочу, чтобы МС слева от меня представился. Кирилл меня зовут. МС справа, представься. Vibe Hunter, родина смелых, 5-1. По результатам жеребьевки, этот батл начинает Паундропов, встречаем его! Окей. Дня за 4 до батла, я понял, сроки горят. Но со мной в паре пожарные, мне глубоко поебать. Там лишь напор и вода. Это первый раз, когда минус вайп, если я читать вышел. Ты назвал себя Хантер, нет, олень, сегодня ты добыча. Да ты на броуке, и тебя убил шум, будто бы ты веном. И нету больше во вселенной, нету примеров, станет и легенда в батлах BPM. Я уважаю вайп Хантера, только лишь как пожарного. На твоих раундах все задыхаются, но там нет ничего угарного, понял? Огонь вызывает пожары, люди вызывают Саню. Саня приезжает, вызывает жалость по лицу. Ясно, что он бедолага. Вы с твоей дамой навряд ли коллеги. Но она тоже спускается вниз по шесту и по вызову едет, ёпта. Его не пускают в кальянки, он так заебал. Он видит угли и впадает в истерику, блять, опять опоздал. Да базара нету, выручать людей из беды — это классный стимул. Но я чаще тебя находился в машинах с мигалками и в хатах с дымом. Ты выглядишь будто уродливый Джонни Бой. Твой рэпчик будто вскормленный конемой. Потешный текст наполненный хуетой. Лох сумел проебать бухому диктатору, нахуй забывшему раунд. Это Галима, Сань. Кроме тебя на такое
никто не способен. Неповторимый вайб, диктатор в курсе. Слив в этой чепухе дико позорен. Проебать вайб-хантеру, лучше уж быть пиздализом на зоне. Кстати, по поводу твоего ника, Саня, ты знай, он переводится как охотник за вибрацией. Да не летай. Вторичный лох, я тебя выебу, будет много дымиться жопы. Твои фэны будут жать 0-1 так много, что это будет походить на двоичный код. Надеюсь, понял? Благодаря таким, как он, BPM и тупо спорящим машин с водой. При этом ты не можешь дать ни один глоток. Я не пожарный, но могу спустить народ. Раунд! Москва, еще раз, как вам первый раунд паундропов? Встречаем максимальным шумом. Первый раунд, Vibe Hunter! Все вместе, ты хочешь вайб? Все хотят вайб? Ты хочешь вайб? Все хотят вайб? Красавцы! Эпохи, вы кого мне дали? Передо мной стоит лох ебаный. Видимо, после моих мясорубок эти оппоненты сильно измельчали. Я прочитал тебя всего, как только ты зашел сегодня в круг. Именно поэтому ты можешь говорить, что я читаю хуету. Ёбаная опага, выросла во Владимире. Я без зачем в голосе тебя прооперирую. Глотай мой вайп, подавись семенем, а твой газ стыд. Я иду на обострение. Недавно ночью у КБ ты закусился синей папой. Тебя СНГ ебаного не пиздили ни разу, но ты ходишь с синяками. Твой вайп падал с канимой. Мне напоминает игру в дурака, хули. Ведь там по факту для всех очевидно, что одна дама побила другую. Давай удиви их, мистер, быстро. Типа, что мне 30 бара слиться. Я тот самый скуф, типа старый и ненужный. Эта сука станет сегодня моей тушкой. Твои братья, спаси бохи, делают бабки и исколтают профи. Ты для них платье с декольте, ведь тебя приценил Милохин. Приценил, да я поневоле в этой голубой движухе. Самый главный на кубке соучастник. Ведь могу легко отправить этих пидоров на небо, бич. Зовите меня счастье, объясните мне, как это чмо. Как стало открытием BPM батлов, он рисуется всегда везде. Настоящий маркер кризиса жанра. Ты не потрясешь толпу, только сотрясешь воздух, овощ. А мои раунды как между нами BPM и пропасть. Киря Паундропов, патч машина. Только если это каршеринг. Мразь, тебя водят все, кому не лень, ставят на любых площадках за мелкий прайс. В каждой бочке затычка. Блять, это реально неловко. Если у кубка жопа с ивентом их выручит, это анальная пробка. Ёбаный голуб наедает культуры последние крошки. Ну-ка расскажи мне, куда полетишь, когда в твоей кормушке не будет кормежки. Содержанка батл рэпа, с содержанием нелепым. Но для меня стоп-линия в турнире. Да я на пожарке ее переехал. Дал им вайб, это то, что тебе не понять. Тут на куски разрываются лица, с этой энергией надо родиться, бич. Дал им вайб, это то, что тебе не понять. Тут на куски разрываются лица, с этой энергией надо родиться. Из-за тебя Ганиму не взяли сниматься в сериале. Сегодня тебе не взяли сниматься в полуфинале, блядь. Съебался со своим репом, блядь. Москва, как вам первый раунд, Vibe Hunter? Сразу не останавливаемся, встречаем второй раунд паундропов. Про Каниму, значит, хочешь? Тебя взяли в турнирку в роли того, кто первым умрет. Будет мне базарить много, был рэп читать не твое. Базара нету, Саня, тогда рэп писать не твое. Кстати, у Саши есть гострайтер, но он тоже долбоёб. Самый кринжовый BPM-чик в мире. Он там читал мой каждый день, как восьмая миля. Это, блядь, так, типа твою тёлку ебут и мать ебут. Все тебя пиздят, а после батла плюешь в сортире. Ля, ты крутой, базара нету. Уважение блока взлетело сразу до неба. Однажды Саня очень захотел стать Эминемом. Тоже снял свои штаны и повернулся задницей к неграм. Совет для тех, кто очень много пьет. Если вы давно искали способ бросить алкоголь, каждый раз, когда он панчит, выпивайте шот. Вы без вредных привычек минимум год. Ты хуёвый спасатель, людям пизда. Те, кого ты успел откачать, тупо мрут от кринжа. Твой ствол видел цыпочек последний раз, когда ты стрелял по куропаткам, пидорас. Колхозный рэп и тебе 30. Ты прямо стрёмная мужская версия Канимы. Не обессудь, после батла у тебя отнимут роль в продолжении сериала «Не родись красивой». Твоих поклонников не видно, твоя группа почти полностью подохла, будто Битлз.
Ты охотился за вайбом, дебил, это правда. Охота принесла плоды, ты убил его нахуй. На батлах нет ничего хуже, чем ебаный баслайн. Под эту чепуху вообще, блять, можно не читать. Скажи, у меня только панчи, я не качаю зал. Зато в 8-й миле я бы точно всех размотал. От тебя неуместна агрессия. Я врываюсь в твой дом, для тебя издержка профессии. В твоих текстах нету панчи, но можно так люто посмеяться. Я уберу тебя с ноги, как руку пидораса. Он говорил, бога нет, не веришь, Рили? Конечно, блять, у тебя ж каждый день как 8-я миля. Как это нет бога? Как, Саня, постой? А с кем у тебя встреча после батла со мной? Он спиздил мою строчку на диктатора и против нее, него же читал в следующем в наглую. Можешь тогда вот эту подрезать. Я вайп-хантер, хуесос, и мне здесь нечего делать. Раунд! Москва, еще раз, как вам второй раунд пандропов? Встречаем второй раунд вайп-хантер! Нет рэпера на свете монотонней, чем Кирюха Анатольев. Ёбаный пандроп, попалгаш, пошел нахуй. Когда просили песню запевать, ты доставал юмаху. Твоя башня протекла, это не проблема, хули. Ты просто заказал себе новую пивную. С нуля до десяти, ты здоров на единицу. Балтика девятка добавит нужные числа. Как хуй для Ивлеевой, тебе тут мало отмерено. Отъебу тебя в голову, будто твое похмелье. Пройду лоха насквозь, тут к старухе не ходи. Кстати, долбоёб, лучше к старухе не ходи. Что токсик вашей паре сразу палится. Хоз относится к тебе как-то по-наплевательски. МЦ вставная челюсть в ротовой полости. Хули, ведь ты купаешься полностью в слюнях этой старухи. Чё там Версус, проект давно потухший. К тому же ты его крайняя плоть, еврею больше не нужен. У мелкого Кирюши не было игрушек. Этот аутист только играл в слова. Вы можете жалеть его великодушно, говорить, что у него там бедная семья, ну нихуя. Правда в том, что ты просто слабак посредственный. Слова — это единственное, что не отняли сверстники. Поэтому сегодня я беру последнее, хороню твое наследие в масс-медиа. Твою страшную тёлку я пёр ловко. Она завтракала членом, будто это перловка. Въебал певца на улице, и мне стало легче. Ты въебал певца на улице, забрал его мелочь. Зачем Паундропов устроил вот этот трекет? Просто мелочь — это больше, чем роялти за треки. Кто против меня ставил, у них уже нервный тик. В лепёшку расшибусь, но сделаю, как волки тик. Нет рэпера на свете монотонней, чем Кирюха Анатольев. Ты запомни, нету монотонней, чем сраный поганый Кирюха Анатольев. Кирюха Анатольев, Кирюха Анатольев. Нет рэпера на свете монотонней. Ты запомни, нету монотонней, чем сраный поганый Кирюха Анатольев. Пошел нахуй! Уже иду, брат, уже ушел. Москва, как вам второй раунд, вайп-хантер? Встречаем третий раунд пандропов! Так обожаю твой рэпчик, мэн, честно, негатива нету. Но так бы выглядело йоу, если было человеком. Каждый день как 8-я миля, серьезно, пацан. Мне очень жаль тебя, правда, у тебя дни идут по 2 часа. Замути стайл, покажи флекс, навали грайм, брачо. Тёлки вокруг, парни-быки, это петух, ранчо. Залетай вайб, покажи флекс, навали грайм, Саня. Будь на волне, покажи читку, порази всех в клабе. Саня дурак, батлит меня, а где-нибудь пекло. Саня увидел жука. Добрый вечер, коллега. Я смотрю, ты раскачался, братан. Теперь ты Рама. Но даже в этом есть один минус. Тебя моет мама. Не обижайся, братишка, но фейса не видел я более страшного. Все хотят вайп, ты хочешь вайп, а кто-нибудь хочет вайп-хантера. Саня, ты... Все, что поможет тебе, хлорофилл. Сука спрашивает номер, этот дебил ей дает 0-1. Да, ты огромный, но тебя шкафом описывать стрёмно. Ты что-то типа большого комода. Я прохожу раму в одни ворота. Банки большие, но пишешь позорно. Парень, ты думаешь только о форме. Ради прикола я тебе напомню. Эльмэт, фрешмен рядом с тобою. Замути стайл, покажи флекс, навали грайм, брачо. Тёлки вокруг, парни-быки, это петух, ранчо. Зачитай стайл, покажи флекс, навали грайм, Саня. Будь на волне, покажи читку. Раунд.
Как вам третий раунд по Андропову, Москва? Встречаем третий завершающий раунд этого батла, Vibe Hunter! Чик, чик, чик! Эй, эй! Эй, эй! Что тебе сделал бит? Почему ты на него все время наговариваешь? Он не виноват, что ты нулевой МС, и просто как тень на нем всегда теряешься. Ноль интонации, флоу, как бы не старался, ты лох. Умная колонка звучит тебя живее. Я не знаю, как обидеть BPM-шка сильнее. Эй, уебок, BPM, и ты ребенок. Ведь когда твой включается бит, я жду, когда ты просто уже заговоришь, малыш. А, хули молчишь, как мышь. Твои тупые созвоны с Тимарцевым бесполезны, не иначе. Эту мямлю даже ресторатор не смог научить грамотной подаче. Давай разберем ваш батл с ног, то в чем смысл? Вы были как заложник с террористом, скучный, в тебе нету придури. Именно поэтому тебя никто не выкупил. Да ты потерялся, ёпта, на фоне Нокту, закройте, ёпла. Я для него как радиация, ведь на моем фоне он станет просто мертвым. Если ты лицо подал рэпа, я ломаю тебе нос. Батлы больше не твой профиль, твой. Тебе надо забраться на Эверест, чтобы хотя бы быть со мной вровень. Говорил, у меня нулевой текст, но ты меня совсем не знаешь, клоун. Называйте меня автотюн, ты познакомился со мной и запел по-другому. Ты попал на крючок, но не бойся, Дося, это спортивная рыбалка. Я просто порву тебя рот, и отпущу тебя на дно обратно. Ты затягиваешь с выбором бита, чтобы пемчик напротив не успел разложиться. А я въебал твоего кореша вчера, так что его труп не успел разложиться. Врыв толпу, врыв толпу, лови на лету мой вайп и грув, я как тайфун. Дай мой друг шайн брайт, like a diamond, don't say hood. Врыв толпу, лови на лету мой вайп и грув, я как тайфун. Дай мой друг шайн брайт, like a diamond, don't say hood. Он say hood, он say hood. Шайн брайт, like a diamond, don't say hood. Он say hood, он say hood. Шайн брайт, like a diamond, don't say hood. Он це худ, он це худ, шайн брайт, like a diamond, он це худ, он це худ, он це худ. Бандропов ебанат, иди в пизду, блядь. Скучное, неинтересное, блядь, флегматичное, неритмичное, хуйня, до свидания, блядь. Романтичный, эротичный, иди нахуй. Москва, как он третий раунд Vibe Hunter'а? Переходим к судейству, но перед этим я хочу подарить подарки от наших спонсоров Royal Raven. Пацаны, это вам, все победили. Напоминаю, что судейство делится на две части, офлайн и онлайн. С первым хочу пригласить Александр Фломастер, поприветствуйте его. Спасибо большое за хороший батл, спасибо большое, друзья. Давайте пошумим за радиоучастников, респект им большое, спасибо. Посужу по раундам, скажу следующее. В первом раунде Палм разгонялся. Очень интересно пошел он под конец первого раунда, начал качать, вайбить, но в целом первый раунд более уверенно забрал Vibe Hunter. Первый раунд за Vibe Hunter точно. Да. Окей, принимается. Легко принимается. Смотрите, второй раунд на самом деле... Палм разошелся, его текст начал работать гораздо больше, а по панчам, по технике, по каким-то аспектам вайп не показал ничего нового во втором раунде, поэтому он немножечко просел, прям так, и ничем совершенно не удивил, второй раунд 100% забирает Палм. И третий раунд, ситуация в следующем, то есть, на мой взгляд, Vibe Hunter должен был забирать подачей, он должен был забирать напором, он должен был забирать эмсиингом. Но этого не особо произошло, и панчи были излишне слабыми, поэтому вайба и мягкости больше дал Палм, и третий раунд за Палмом. Спасибо. 1-0 Палмдропа, второй голос отдает Illumaid. Салют КВКМЦ. Пошумим для ребят за самый большой ивент в истории. Еще раз, да, скажу, что мы судим в НРах, то есть мы слышим то же самое, что слышат участники. Вы в зале слышите совершенно другой звук, а, наверное, в интернете совсем, типа, сведение, да? И как в том раунде, отсужу здесь тоже, в том батле в первом раз, отсужу по раундам. Во-первых, я все-таки не согласен с тейком того, что Палмдропов монотонный. Это, мне кажется, просто не напористость его фишка, а умение просто разобраться с любым битом в свойственной ему манере, которая выделяется определенным, типа, ритмическим грувом и завернутым в такие невероятно смешные и при этом какие-то обидные немного панчлайны, что это и было в первом раунде. Вот пройтись по теме работы в МЧС, плотность панчлайна была просто невероятная. Каждая строчка была фактически ударная, каждая. И Vibe Hunter отвечал более техничным исполнением, но с точки зрения текста это проигрывало. Но давайте скажем так, что первый раунд...
уравняем за счет того, что Vibe Hunter показал очень разных там технических каких-то рисунков, уравняем. Но я так скажу, следующие два раунда, на мой взгляд, следующие два раунда настолько различные были биты, и когда в них влетает палм-дропов, он просто по ним как бы просто скользит. То есть ему это легко дается, и при этом количество текстовых, интересных каких-то игр слов, таких двойных смыслов, там всегда много, и они такие, которые я часто раньше не слышал до этого. Его умение находить какие-то решения текстовые, оно просто, ну, талантливое. Vibe Hunter показывает классную читку, классную ритмику, классный драйв, но, к сожалению, это не контрится текстами палм-дропом, я считаю. Количество строк ударных гораздо меньше, чем у него, потому что у него есть, ну, я не знаю, какой-то дар, короче, писать такие вот строки, реально, я не знаю, как это сказать. Вот, тебе дается это круто. Я считаю, что, ну, скажем, первый раунд равен, но остальные два, второй и третий, забирает палм-дропов, победил палм-дропов. Спасибо, парни. Палм-дропов, третий голос отдает папа Бачука. Спасибо, спасибо за батл. Короче, не понимаю, блин, вот как у тебя это занижение ожиданий работает? Я учил одну ночь, писал два часа, но все равно, блин, очень хорошие панчи. И пусть банальная тема про пожарных, но те панчи, которые я оттуда высосал, ну, они реально интересные и классные. Да и читаешь ты нормально. Ты заебись вообще, читаешь, раскачал зал. И в текст тоже вложился. Панч про перловку я оценил, но у меня три раунда палм-дропов забрал голосом. Я напоминаю, что впереди вас ждет еще онлайн... Друзья, я напоминаю, что впереди вас ждет еще онлайн-голосование. Сейчас я хочу, чтобы вы пошумели за участников. Начинал палм-дропов! Отвечал Vibe Hunter! Еще раз палм! Vibe Hunter! Это был Кубок МЦ. Подписывайтесь на канал, следите за турниром Москва. Дайте шума! Расскажи о своих впечатлениях, все ли удалось реализовать, что планировал. Ну, в принципе, своим выступлением я доволен. Немножко просто непривычно в НР-ах, короче, немножко отличается звук. И как будто бы задержку чувствовал я в первом раунде на бите. И как будто бы, ну, вот не получилось именно того дропа, который я хотел сделать. Я понял. То, что ты услышал от оппонента, ты в целом на это и ставил? Так и думал, что он подойдет к подходно, к подготовке? Ну, он, по сути, талантливый стендапер, блядь, по сути, и все. Он рассосал эту тему. Просто я ничего, как бы, ну, не скрываю открыто. То есть работаю вот на такой должности, специальности, блядь. Ну, как бы, конечно, это такое поле для каких-то шутков, панчлайн, как бы, да. И это его тема, тем более. Но я считаю все равно, что он не умеет читать рэп, как бы. И, ну, гораздо есть лучшие люди, которые этого делают. Вот. Спасибо тебе огромное, что порадовал своим техничным выступлением. Будем ждать тебя еще. Кирилл вот уже поделился тут за камерами, что волновался немного, переживал. Очень сильно, да. Это отражалось на твоем исполнении и так далее? Да, конечно, конечно, все отражалось. Я давно вообще перед батлами так не переживал, если честно. Если... Опять же, для меня вот сейчас это чудо вообще. Типа, блядь, то, что так все вышло, ну, по крайней мере, ладно, еще непонятно ничего, но то, что три голоса лайвом, это уже, типа, очень круто. Руслан говорил, опять же, Пачука, что, типа, вот, как у тебя там работает, занижение ожиданий, блядь, все так объективно. То есть я вчера сидел в битке на конференции, я говорил, что, блядь, я вот, скорее всего, проиграю, потому что, ну, я реально оценивал свои силы, больше так делать не буду. Я вчера вообще учить нахуй ничего не буду. Ребята, вы все слышали. Спасибо тебе большое. С победой. Желаем еще более... Рано. С предпобедой. С победой в первом этапе. Как хотите, в целом. А вы напишите в комментариях, кто там чего победил, не победил, кого свести, кого там отмонтажить.